Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы начинаем проходить игру под названием Play Dead Inside. Ну, она называется просто Inside, видимо, Play Dead. Это Play Dead, это студия, которая разрабатывала эту игру. Вот, это платформер. Какое здесь управление? Вот мне очень интересно. Ну, графика, кстати, приятная. Так, мышка выходит, я понял, мышки нет здесь. Мышка выходит за экран. В общем, посмотрел описание этой игры. Написано, что это преемник Лимба. Кто-нибудь помнит игру Лимба? Она давненько выходила. Так, я пока ничего не могу, я могу просто бегать. Вот. Кто помнит Лимба, тот понимает, о чем идет речь. То есть это такой же платформер, суровый. Написано было, что это постапокалиптический мир, где нужно его исследовать и избегать всевозможных опасностей. А опасностей должно быть здесь очень много. То есть, недаром игра похожа на Лимба. Я думаю, что игра будет очень красивая. Так, чувачки уезжают. Я могу спалиться, нет? Мне кажется, им вообще пофигу. Блин, игра очень красивая. То есть, прямо она очень реально классно сделана. Мне визуальный ряд очень сильно нравится. И мы с вами будем ее проходить на моем канале. А я вам напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить другие прохождения. Я поигрываю в платформеры и в хорроры. Но вот когда это все сочетается, в принципе, это очень... Это очень-очень прикольно. Надеюсь, они меня не увидят. Все, ушли. Досвидули, досвидули. Мы побежали дальше. Шифтануться, кстати, здесь нельзя. Я правильно понимаю. QWE ничего нельзя. Пробел тоже, то есть только стрелочки управления. По факту только стрелочки управления. Ага. Посмотреть ничего не могу. Могу же толкать. По-любому могу толкать. Только как это сделать? Ничему учить не будут, да? Вообще? А как? Вообще управления не будет? Куе. Ну. Так. Ладно, нас управлять не научат. Схватить Ctrl, прыжок, ап. А, ну понятно. То есть тут только стрелочки и схватить Ctrl. А, правый Ctrl. Бля. Погоди, правый Ctrl, а можно левый Ctrl? Хотя, в принципе... Так я хочу пробел, так удобнее. Типа две руки на клавиатуре, схватить пробел, все. Кнопки, как бы, прыжок тоже up, все, кнопки левые, ну, типа, стрелочки это управление, а схватить пробел, это... А схватить пробел, и все, и это идеальное управление, я считаю. Так, аккуратненько. В игре не будет диалогов, не будет ничего, то есть нам дают свободу, чтобы додумать, что здесь вообще происходит. Ну, вообще, какие-то военные, как будто, либо военные, либо какая-то организация. Помните, мы проходили с вами... так. Ага, очень интересно. Little Nightmare. Это, наверное... Ну, это так-то более реальный мир. Может быть, осмелюсь предположить, что это... Что-то типа смесь Little Nightmare и Limbo. Как вариант. Ну, в принципе... Хотя, в принципе, чем они отличаются? Лимба просто в другой в другом дизайне сделана. Немножко другая. Это хотя это такая прям псевдореальная игра. Но мне графика прям нравится. Я помню, я давным меня заметили. Блять. А можно побежать быстрее? Ух! Фу, офигеть. Я понял. Ладно, убежала. Отлично. Не знаю, конечно, где искать здесь превьюшку. Ну, посмотрим. Может быть, где-нибудь ее и найду. Очень, по крайней мере, на это надеюсь. Так, ладно, шифтоваться здесь нельзя, поэтому, в принципе, я думаю, что... тут прям ничего такого жесткого от меня не будет требоваться. Ну, в том плане, что, скорее всего, здесь нужно будет на реакцию. Прям жестко на реакцию сработать. Ну а так, думаю, в принципе, от кого-то быстрее я убежать не смогу.
Они за мной едут. А он сам ускоряется. Он сам ускоряется. И, кстати, я сейчас... Меня усыпили. Это не скрипт, потому что там слева можно было спрятаться. Я очень поздно сообразил, что там можно было спрятаться. А он сам ускоряется по скриптам, в принципе. Охереть, они меня ищут, что ли? Серьезно? Они вот ищут именно меня, да? Все, спрятались. А никого нет. А все, ББ. ББ. Все, побежали. Играем за безымянного мальчика. То есть мы не знаем его историю и так далее и тому подобное. Ну, надеюсь, хоть что-нибудь хотя бы нам раскроют. А то в Little Nightmare, если честно... Блять. Ну, они меня увидят. Все, пизда. Все, пизда. Так. Я запнулся. Надо было прыгнуть. Это, кстати, может быть превьюшка. Это, кстати, может быть превьюшка. Блин, я запнулся, надо было перепрыгнуть. Быстрее, 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 быстрее. А он сам запнется. А он запнется. Я не увидел вообще просто ее. Я вообще просто не увидел эту... А как? Офигеть. Это тоже превьюшка прикольная. То есть тут прям очень много, где я могу умереть. Почти везде. Офигеть. Ладно, допустим. Я на пробел нажимаю прыжок. Я на пробел нажимаю прыжок, а надо наверх нажимать прыжок. Блин, ладно. Допустим. А может пробел это прыжок? А shift пусть будет взять. Хотя, наверное, я думаю, я научусь. Так. Бля. Но, я опять запнулся. Ну что ты будешь делать, а? Да что ты творишь, собака сутулая? Не хотел, он меня просто схватил. То есть они меня не убивают. Они меня не убивают. Они меня усыпляют дротиками. То есть они меня ловят именно. Они не хотят меня уничтожить. Они именно меня ловят. А я не вижу вообще препятствий. Вот этих вот палок я не вижу. Так, он выпрыгивает. Мы перепрыгиваем. Бежим, 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 бежим. Но я не вижу. А почему сейчас они меня не палят, интересно? Они, смотри-ка, стреляют, стреляют. Ладно. И собак спустим. Ну все, а меня уже обнаружили. То есть, все уже. Ну да, да, да. Ой-ой-ой-ой. Я просто ловлю превьюхи. Я просто ловлю превьюхи. Ну все, мне кажется, уже достаточно превьюшек. Думаю, ничего лучше я не найду. Надо всплывать, наверное, я думаю. Блять. Понял, зря всплыл. Понял, принял. Все, просто под водой. Просто под водой. Не думаю. Тихо. Бля, какая она красивая. Попали в меня, ты смотри. Офигеть. Тут просто каждый, вот, как сказать, вот особенность вот именно таких красивых игр в том, что тут каждый кадр можно вообще на превьюшке захватить. Вот в чем прикол. Это показатель, что игра охереть какая красивая, и это классно. Я скачал еще один платформер. Какой-то тоже такой стилистический. Мертвые свиньи, блин. Понимаю. Точнее, не понимаю. Это так, конечно, сказано было для красного словца. Вот, скачал еще один платформер. Так что у нас на этом канале ожидают прохождение платформеров в перемешку с Пенумброй. То есть... Просто когда я очень долго прохожу какой-то хоррор, мне хочется как-то развеяться, отвлечься от него и реально, ну, как-то расслабиться, просто поиграть, допустим, в смешную. Вот проходили мы с вами проходили Sludge Life, очень кекисная игруля, где ты куришь, пердишь и красишь все вокруг, вот. И теперь вот буду проходить платформер Inside.
Я не знаю, я говорил вам, что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить новые прохождения игр. Вот. Меня это очень сильно поддержит, меня это стимулирует записывать для вас новые ролики и проводить стримы. Вот. Все, теперь точно сказал. Все в трупах животных. Единственная зацепка, это мы знаем, что это постапокалипсис. Короче, я сменю управление. Ну, реально, так просто будет удобнее и так легче привыкнуть. Это Shift, прыжок, Space. Все. Теперь это 100% идеальное управление. Так, вот все. На Space пробел. На Shift таскать. Ну и все. Теперь все руки задействованы. А чё? Вообще ничего? Я понял. А, запустить генератор. А еще раз. А, все, работает. Блин, прикольно. Прикольный звук. Я просто восхищаюсь, я не знаю. Не думайте, я буду восхищаться, скорее всего, этой игрой. Вот. Звуки прикольные. И что? Нужно сбить сток сена. Я понял. Нужно сбить сток сена. Значит, что-то нужно принести, правильно? Так. Открыли. Ой! Цыпы-цыпы сбежали. Мне свинью тащить? А что мне тащить? Ящики не потащишь. Это тоже не потащишь. Нет, зря я выбежал, мне кажется. Зря я выбежал. А куда они бегут? Блин, цып-цыпчики. Прикольно. А они за мной бегут, что ли? Я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я цып-цып-цып-цып-цыпчиков заманю сюда. Их всосет. И этими цыпами собьет сток сена. Это ужасно, но... Это единственное, скорее всего, что я могу сделать в этой игре. И это жесть. Ну, идите сюда, чё. Надеюсь, вы не помрете. Очень на это надеюсь. Блин, погоди. Что вы это? Ну-ка, пойдите-ка туда. Один какой-то запоздалый там бежит, бедолага. Не-не-не-не-не, пойдем. Так, побежали. Успею? Ну, вообще должен успеть, да. Они живые? Да, они живые, слава богу. Действительно, я не хотел этого делать. Сорян. Сорян, птенчики, сорян. Анимации прикольненькие в этой игре. Не, шикарно, шикарно. Просто Лимба, как бы, оно... Она тоже офигенная игра. То есть она как первопроходец вот такого жанра. Да, она кла... Я выжил? Походу нет. Да, я понял. Я не выжил. А как мне спуститься, извините меня? Ой, как это сейчас было больно. Надо с прыжком, короче, на свиней прыгать. Все, я понял. Вот. Но там же все было черно-белое, как бы. Так, прыжок веры. Хорошо. Прыжок веры. То есть, там-то ведь... как сказать... А как пройти? А, все, я понял. То есть там-то все было черно-белое, конечно, да, свой стилек в этом есть, но когда ты хотя бы видишь графон, мне кажется, это в разы вообще улучшает экспириенс и вообще восприятие игры. Хотя Лимба все-таки тоже классная игра, на самом деле. А тут все мертвое. Тут живого вообще, что ли, ничего не осталось. О, только не в болото. Надеюсь, тут без крематуры. И никто меня не схватит. Ладно, хорошо. А, можно так. Я думал просто пролезть понизу. Ну, так, конечно, гораздо лучше. Согласен. Так гораздо лучше. Вот это вот лезть туда вообще... Так не хочется. Червяки в них просто. Это собаки? В них просто... Ёб твою мать!
чё, офигел? Свинья, блядь. Хорошо. Это люди? А я могу? А, не могу. Я понял. Ой. Все. Могу я ее потаскать? О, господи. Я червяка у нее достал. Это вирус какой-то, что ли, или что? А, мне очень ее жалко. Она вообще... А, у меня аж мурашки идут. Фу, зачем? Чего, блядь? Это трэш. Это просто трэш. Охренеть. Погоди. Ну толкайте чё. А как только это происходит? Я зажимаю сейчас правую кнопку мыши и левую. Как они это делают? Они рычаг двигают или что они двигают? Охренеть. Вау. Ну, просто до мурашек, если честно, сейчас пока что. Бедная свинья, блин. Что мне ими сделать? Так. Это они взяли... То есть мне нужно, чтобы еще вот эти вот челики. Я понял, как это сделать. Все, отсоединяемся. Или нет? Погоди. Вот они притопали, да? Отсоединяемся. И что? Ага. А, все, понял. Все. Освободил людей. Но они же вообще какие-то... Они же вообще бездумные абсолютно. Я сейчас думал, их заруинит жестко. Эта хрень ими управляет? То есть какая-то госкорпорация, скорее всего, придумала вот такую машину по управлению людей. Людьми, точнее. О, уже утро. Найс. И... Как-то странно так еще по Wi-Fi управляется. Просто у меня до сих пор эта картина в голове. Ну, ой, ну мне кажется, что этих картин будет еще навалом. Мне кажется, этих картин еще будет навалом. Чтобы меня побудоражить. И пощекотать мои нервишки. Короче, походу, это будет без скримеров игра. Мне кажется, эта игра будет без скримеров, но она будет просто жесткая. Прям, ну, типа триллера, что ли, что-то. Что-то около этого, скорее всего. Да, все, это идеальное для меня управление. Максимально офигенно привык к этому. Все, shift, пробел, прыжок, shift взять. Просто идеально. Теперь можно просто кайфовать. Зато хоть быстро буду реагировать, а не учиться там управлению какому-то. Вот, 5 цып-цыпчики. Хорошо. Еще, кстати, прикольно, что здесь нельзя бегать как бы вперед-назад. А то так бы я вообще с ума сошел. А так, в принципе, ну, то есть именно я имею в виду такое, типа, 3D. То есть вот именно влево-вправо только бегаешь и все. Это как бы упрощает мне задачу. То есть я могу просто как бы выполнять головоломочку. Ну, то есть это упрощает, во-первых, головоломку саму. А во-вторых, как бы меньше, я меньше напрягаюсь жестко там, не знаю, бомблю и так далее. И больше...
А, погоди, я понял. Я понял. Надо развернуть ее. А, только так? Ну и ладно, чё. Так, так, так. Мне так и надо, в принципе, сделать. То есть, как бы, головоломка есть, да, окей, но как бы я меньше буду гореть там и думать над чем-то, и больше наблюдать за вот этим вот арт-представлением, скажем так. И это круто. Так, сейчас сейф столкнем. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот мы и провалились. А, я прям помер, что ли? А почему я с ним повалился? Сколько я записываю? 20 минут? Я думаю, что я буду, кстати, делать серии по 20 минут. Коротенькие прохождения. Вот. Поэтому большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Ну а мы с вами встретимся в следующей серии Inside в других играх и на стримах. Всем пока.